Это называется программа «И дождь смывает все следы». Дорогие мои, не могу выйти и снять эту улицу, потому что она вот в таком жутком ливневом потоке. Это говорит о том, что снести может, устоять невозможно. Если вот по этой вот части только идти, но там уже... Так, я сейчас выскакиваю, рискую и обратно. Вот, смотрите, дорогие мои! Вот так достает журналистов. Ай, 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 ай! Все, все. Теперь мы уходим. Отползаем. Я попала. Ну вот, дорогие мои, вот это знаменитый гурзу. Средиземноморский микроклимат. Гости убегают с моря, потому что с утра была великолепнейшая погода. А сейчас на нас обрушился гром, гроза и огромный ливень. Гремит гром. У меня включена камера, может еще молния. Что очень-очень опасно. Представьте ситуацию, а вот это парикмахерская. Девчонки под зонтиком сделали модную прическу. Они старались. Ну что делать, дорогие мои? Не спешите под эту лавину. Унесет. Да, да. Но я больше не выйду, потому что представьте, там, где я вчера снимала, вы можете еще посмотреть у меня видео. Это, по-моему, 29 июля. О, мужчина вышел с магазина. И вот там тоже вчера был. Но вчера был ливень под солнцем. Вот туча летела такая мощная, и сияло солнышко. Вот так, дорогие мои. А вон там. Вот это мансардовая площадка. Вот получается двухэтажный домик, а там мансардовая площадка. Какая Божья благодать. Все, все полито. Все сейчас благоухать будет. Это замечательно. Вот так, дорогие мои. Ай, ай, ай. А вон косички побежали. Мальчик был в парикмахерской. Я думала, это девочка, это мальчик. Косички заплел. Прикольно. Модный пацанчик. Ну что ж, а вот там выставка живописи. Приглашаю в Гурзу на отдых. В течение 2 дней буквально может быть этот ливень повторится. И затем прекрасная погода. И приглашаю вот именно на эту выставку живописи. У Рудика! Метка у дверей, черный кот с бантиком. Итак, дорогие мои, я попала сегодня опять в конкретный дождь. Но сегодня нет солнца, не солнечно и просто
ливень, мощный поток ливня над Гурзуфом. Ну что, нашему средиземноморскому микроклимату нужны такие ливневые потоки. Кого-то дождь радует, а кого-то не очень. Итак, дорогие, ливневый поток заставляет убегать нас. Но вот сейчас наша любимая Мадейра. О! А вот так наши гости спешат с моря. Тема. Пройти невозможно. Вот такой жуткий поток. Кто как спасается? Представьте. Вот. Вот эта женщина пытается пройти, потому что можно действительно упасть. Очень мощь льется. Я не знаю, сколько тонн льется, но это жуть. Вот такой Гурзуф. Он красивый, он прекрасный. Горно-лесной массив. Средиземноморье, микроклимат, субтропики. Вот так можно сказать, приблизить нас. Но не предусмотрен момент, чтобы вот эти ливневые потоки просто элементарно не уходили в море. Задумайтесь, ведь представьте, сколько пресной воды попадает в наше черное море, соленое море, прекрасное. Вся таблица Менделеева в нашем море. И вот идет вот такое вот после таких ливней. Ну, я вам скажу, что за 2 месяца, если это впервые, то я вам хочу сказать, то это радостно, с одной стороны. Представьте, более 3000 видов культур, кустарников, деревьев произрастают в нашем горно-лесном массиве, в Гурзуфе тем более. И вот сейчас полив, мощный полив идет пресной воды. Протанцуй еще раз. Что такое? Вот так, дорогие мои, я очень рада, что все-таки наконец-то пошел дождь, потому что у нас было до 40 плюс температура воздуха, и это страшное пекло, что кондиционеры не спасали. Душ принимали по нескольку раз в день холодной водой. Так, итак, которые поднялись. Ну, сейчас, конечно же, сейчас уже здесь уменьшился немножко, потому что вот еще, вот это у нас царский пятак. И здесь таверна, да? Вот каждая улочка, и по каждой этой улочке люди пытаются сейчас подняться, но здесь сейчас уменьшился поток. А вот у нас такая замечательная столовая. Ну и плывет царский пятак. Сейчас я вам еще покажу одно местечко. Извините, камера трясется. Вот еще. На ту сторону не могу выйти, дорогие мои. Да, вот видите как, вот. А вон пытаются люди подняться. Ну, я сейчас, вот, я нашла пятачок, маленький квадратик, где я могу снимать. А ступеньки скользкие, между прочим. Гурзуф имеет один маленький минус. Мраморные ступеньки. Поэтому не каждый шлепанцы выдержит. Многие спускаются босиком. Это, наверное, правильно. Вот вам, пожалуйста. Картина ясна. Представьте, наверху что делается. Вот такой поток. Да. Все убежали с моря. Ну, дорогие мои, дня два надо потерпеть.
спішат, спішат, торопляться. Віск, віск. Ну, коли таке ще може бути? Дорогі мої, а я вас приглашаю в Бурзук на отдых. Потому что это самая лучшая, самая замечательная пора для отдыха. Вот видите, а вот этот молодой человек, но он обгорел. Мама родная, он весь красный. Вы счастливы? Конечно. Отлично. Мы тоже. А вы тоже счастливы. Ну когда еще такое будет в Гурзуфе? О, все счастливы, все. Все хорошее настроение. Классно, говорят. Наши гости говорят, классно. Представьте, какой у него могучий зонт. Хоть бы меня прикрыл. А то я стою без зонта. О, о, медвежонка потащили. Все спешат, все убегают. Но это самый такой, ну почти Ниагарский водопад. Вы знаете, Гурзуфу не хватает Ниагары. Кто чем занимается? Кто чем? Кто убегает? Ну, у каждого свой темперамент. Вам нравится эта погода? Замечательно. А вы откуда к нам приехали? Урал! В Гурзуфе! Дорогие мои, я сегодня буду отмечать на карте города, отдыхающие в Гурзуфе. Отлично, отлично. Вот так. Где бы вы еще так спускались? Итак, дорогие мои, ну я думаю, что интересная тема мне преподнесена. С каких же городов у нас в Гурзуфе отдыхают гости? О, Атлант вышел. Прикольненько. Это замечательно. Вот видите, уже у меня есть интервью. Прикольненько, замечательно. И вообще... Я ухожу. Я спускаюсь вниз, потому что, ну, это самое интересное, что может быть у нас в нашем лучшем, замечательном царском пятаке. Махни, махни. Валентина курточку одела. Вот так. Вот она, маши, маши, любимая. А вы у нас откуда приехали? Екатеринбург. Екатеринбург. Еще одну. Еще один город отмечу. Вот, вот так. Вот у нас Екатеринбург. Приветствуйте друг друга. А вы откуда приехали? Москва. Машите своим друзьям. У меня канал в Ютубе сейчас работает. Итак, всех благ, дорогие мои. И ждем вас к нам на отдых.